Дорогие друзья, я, космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, поздравляю всех мужчин России с Днем Защитника Отечества. Этот праздник с годами приобрел для всех нас особый смысл, стал символом мужества, силы и патриотизма. И каждый, кто знаком с нашей культурой, знает, как много значит для нас ощущать себя защитником своего Отечества, своей семьи, своих близких. Мужчины, пусть в этот день рядом с вами будут те, кто действительно вам дорог, и для кого вы настоящая защита и опора. С праздником!